Всем привет! Сегодня готовим абрикосовый пирог. Для приготовления нам понадобится 3 яйца. Я отделила желтки от белков. Нам нужен стакан сахара 200-граммовый. Половину сахара высыпаем в желтки и половину в белки. Теперь я буду белки взбивать с сахаром. Стакан пшеничной муки. Пол стакана 200-граммового крахмала и пакетик разрыхлителя. Выливаем сюда подсолнечное масло 100 грамм рафинированное. Я меряю такой рюмочкой. И выливаем сюда половину белков. Примерно на глаз. И теперь хорошенечко перемешиваем. Мучную смесь. Потихоньку выливаем в нее эту яичную смесь. Теперь осторожненько перемешиваем. Теперь добавим немножко ванилина. Так просто на глаз из пакетика. Для запаха. И добавляем оставшиеся желтки, взбитые с сахаром. Перемешиваем. До однородной массы. Я нагрела форму в духовке до такого хорошо теплого состояния. И теперь намазываю маслом. Сливочное масло у меня из морозилки. Вливаем тесто в формочку. Оно так загустевает. Ну, больше половины. Теперь зальем вверх оставшимся тестом. И буду отправлять пирог в духовку. Духовку разогревала 10 минут на 180 градусах. И диаметр формы моей 23 сантиметра. Вот такой замечательный пирог у нас получился. Он стоял в духовке 50 минут при 180 градусах. Готовность я проверяла деревянной шпажкой. Вот, посмотрите, как он пропекшийся. Очень ароматный, очень вкусный, очень красивый. Вот абрикоски так красиво выглядят в нем.